Меня зовут Антон Пушной, а это моя мастерская классических американских автомобилей в Москве. Еще в конце 80-х годов отец привил мне к ним любовь. Автомобили – это моя страсть. Как и в любом деле, главное – это команда и любовь к процессу. Я объединил лучших специалистов, и каждый наш проект мы доводим до совершенства. Мы занимаемся полным циклом восстановления и кастомизации автомобилей. Крутые, эксклюзивные, дерзкие. В рамках мастерской мы собрали с нуля большое количество легендарных американских автомобилей. Chevrolet Chevelle 70-го года, Dodge Charger 69-го года и прочие легенды своего времени. Люди обращаются к нам не за тем, что им нужно, а за тем, о чем они мечтают. Ведь никогда не поздно иметь счастливое детство. Это Retro Legend Garage. Друзья, всем привет! С вами новый выпуск Retro Legends Garage. И сегодня я вас познакомлю с крутым корветом C2 63 года выпуска, который модернизировал Джефф Лич в версию Grand Sport. Stay losing. If you don't adapt, you get a body bag. I'll be the first to give it out if you gotta ask. This a competitive market, leave you beheaded. A target is where you hit it. I'm sparking and leaving dead in the darkness. I got a head and it's hard to even try to compete. Для начала вообще давайте расскажу, что же такое версия Grand Sport. Chevrolet задумали Grand Sport для того, чтобы биться с фордовской Коброй в классе GT. И поэтому им нужно было выпустить 153 автомобиля для получения лицензии и допуска к гонкам. Грубо говоря, нужно было выйти с этой моделью в серию. Но что-то не пошло, проект заморозили, и в итоге выпустилось всего 5 автомобилей. Хоть Grand Sport и построен на базе прототипа Corvette C2, внешне он отличается достаточно сильно, на мой взгляд. Хоть и основные линии и формы кузова одни и те же, но здесь отсутствуют бампера хромированные. Также изменен дизайн капота и передней оптики. Если помните, на оригинальной версии стояли перевертыши. Сбоку у нас добавлен выхлоп, который идет вдоль машины, а также передние и задние воздухозаборники. В задней части автомобиля у нас расположены воздухозаборники за задним стеклом и на задних крыльях, а также в заднем бампере интегрированы вентиляционные отверстия. И также, как и спереди, отсутствует бампер. Все это в совокупности отличает его весьма весомо от оригинальной версии, но общие очертания сохраняются, поэтому эта машина полноценно может называться C2 Corvette. Это, пожалуй, еще один автомобиль, который я положу в копилку приятных ощущений, и я запомню его надолго, поскольку минусов практически нет. Мне здесь тесновато, но машина едет отлично, то есть сцепление с дорогой, управляемость, балансированность подвески, все здесь присутствует. Здесь усилитель рулевого управления, ГУР, здесь вакуумный усилитель тормозов. А трехступенчатая коробка передач, TH350 самая простенькая, да, из линейки Chevrolet, но она работает хорошо, сбалансированно, не пинается, и машина ведет себя хорошо, как на маленьких скоростях, да, я могу без проблем парковаться, маневрировать и так далее, так и на высоких, она не слишком валкая и руль не мягкий, то есть ее не швыряет от одного прикосновения вправо или влево. Широкая колесная база,
крепкая, мощная рама, широкие покрышки 235 и 265 сзади дают о себе знать. Машина держится на дороге как вкопанная. Резину, конечно, можно было бы и нужно поменять, но в целом ощущение складывается весьма положительное. За счет винтовой подвески спереди она достаточно сильно подпрыгивает на кочках, но ничего критичного. Я думаю, можно чуть-чуть отстроить переднюю подвеску и сделать ее помягче, тогда будет более комфортно. Но в данной конфигурации, при данных настройках, сейчас машина очень хорошо цепляется за дорогу. У нее нет кренов, нет каких-то прыжков на перестроение в соседний ряд через колею. Машина очень уверенно едет туда, куда я ее направляю. Посадка в автомобиле на первый взгляд неудобна, но спустя какое-то время привыкаешь, естественно. С моим ростом 195 сантиметров мне, честно говоря, здесь тесно. И даже несмотря на то, что здесь стоят ковши, я думаю, на родных сиденьях была бы такая же история, поскольку сразу за сиденьями уже идет спинка багажника, то есть нельзя его отодвинуть назад. И самый еще большой нюанс то, что педальный узел находится слишком близко к сиденью, к креслу. То есть, например, на Кобре или, например, даже на следующем Корвете C3 следующего поколения педальный узел далеко впереди, и мои колени не согнуты, да, на 90 градусов. Они буквально на 45 находятся, поэтому у меня ноги вытянуты и посадка более лежачая. Здесь же я сижу прямо, это правильная посадка для спорткара, для автомобиля, который едет по треку, то есть локти согнуты чуть-чуть, да, у меня отличный обзор, но для города, конечно, для променадов тяжеловато, но опять же я говорю, привыкаешь к этому и можно сделать поблажку такому автомобилю, все-таки это C2 Corvette и 63-й год, ну, можно и потерпеть, друзья. Несомненно, большой плюс то, что этот киткар построен на базе оригинального C2 Corvette. Он имеет оригинальный кузов и, соответственно, все панели интерьера, да, и формы сохранены оригинальные. Тут даже магнитола родная стоит на своем месте. Щиток приборов, да, он видоизменен, но у него та же аутентичная форма. Здесь просто установлены не оригинальные, а уже современные спортивные показометры. То есть у нас здесь есть скорость, у нас тахометр, температура охлаждающей жидкости, давление масла двигателя, уровень топлива и вольтметр. Все они максимально информативные, находятся прямо перед глазами, и руль не закрывает ни один из них, между прочим. Все они просматриваются в верхнем отсеке руля. Скажи, а ты не боишься разбиться насмерть? Нет. Когда мчишься, 5 минут твоей жизни бывает интереснее, чем у многих людей вся жизнь. Автомобиль 63-го года, здесь под ним все выглядит очень круто. Как видите, место оригинальной рамы заняла такая вот красивая, открашенная в цвет кузова трубчатая конструкция. Но кроме внешнего вида, у нее еще и отличные характеристики. Благодаря интегрированной передней и задней подвеске от Corvette C4, которая у нас на 2 поколения младше, машина ведет себя на трассе потрясающе. Алюминиевые рычаги, верхние, нижние, передние и задние, алюминиевые карданы
То есть здесь у нас не мост, естественно, у нас независимая подвеска. И, кстати, независимая подвеска была даже на C2 оригинальном Корвете. То есть они опережали уже тогда время и делали свои машины действительно быстрые и хорошо управляемые. В задней подвеске, кроме того, что здесь стоит вместо моста редуктор и полуоси, она независимая, также вы не найдете пружин, поскольку их здесь нет. Здесь установлена одна поперечная рессора. И в совокупности задняя подвеска у нас получается очень практичная и хорошо отрабатывает повороты. В передней части автомобиля в подвеске тоже есть на что заострить внимание. Первое, что бросается в глаза, это здоровенные нижние алюминиевые рычаги. Такой размер делает эту подвеску очень энергоемкой. Также я вижу, что здесь вместо привычной рессоры для всех корветов спереди стоит винтовая система подвески, то есть амортизатор и пружина в едином. И есть регулировка как по высоте, так и по жесткости. Также я вижу здоровые, хорошие, мощные двухпоршневые тормоза, рулевую рейку и жирный передний стабилизатор. С выхлопной системой здесь все очень просто. Здесь установлены выпускные коллектора 4.1, а также достаточно небольшие магистрали, в которых отсутствуют резонаторы, катализаторы, пламегасители, и поэтому машина имеет такой громкий и дорогой мощный звук. Автомобиля снизу, можно сказать, что его реально мало эксплуатировали с начала 90-х, когда его собирали. Да, есть некоторого рода подтеки, подтек поддона АКПП, также подтекает немного прокладка ДВС, но это все из-за того, что, опять же, его не эксплуатировали часто. Все прокладки задубели и начали пропускать по чуть-чуть масло. Рубеж 180-200 вообще не проблема. Он мгновенно преодолевается, и это, наверное, одна из основных фишек этой машины. На ней не страшно быстро ездить. Да, на всех, даже на Кобре страшно, когда ты едешь 140, поскольку у тебя нет крыши, ветер задувает, и машина не совсем уверенно ощущается на дороге. Здесь же все наоборот. Она мертво стоит на трассе, никуда ее не тянет, не таскает. На скорости она такая же четкая в управлении. Мне это безумно нравится, и хочется ехать быстрее и быстрее, более агрессивно и более агрессивно. Это настоящий кайф, мне очень нравится. Еще можно сказать про обзорность. Здесь на переднюю часть она отличная, то есть тонкие стойки лобового стекла, задранная выше крыша. Я сижу достаточно высоко, и я вижу переднюю часть абсолютно полностью. То есть нет никаких проблем, чтобы залезть в какую-то дырку в потоке или на парковке. Да, также я вижу достаточно неплохо задние арки, но я не вижу заднюю центральную часть автомобиля. То есть здесь будет большая, я думаю, проблема при парковке задним ходом. Джефф в рамках своей мастерской. Прежде всего, и что очень важно, он брал оригинальный C2 Corvette. Это действительно важно, поскольку другие компании, ну их было немного, порядка 3 штук, в конце 80-х, начале 90-х, и они делали копии кузовов. Соответственно, здесь у нас аутентичный автомобиль с сохранением оригинального ВИН-номера и кузова. Джефф просто выкидывал старую раму, старый двигатель карбюраторный и ставил сюда более продвинутую раму и силовую установку, что делает этот корвет весьма неплохим на гоночной трассе. Здесь у нас установлен классический смол-блок от Chevrolet объемом 5,7 литра, но не в привычной для всех классических старых американских автомобилей карбюраторной версии, а уже от более современного C4 корвета, оснащенный инжектором. И развивает он мощность порядка 315-320 лошадиных сил и под 480 ньютон-метров момента.
знаешь, опасность придает вкус нашей жизни. И иногда нужно рисковать, сынок, иначе... Жизнь просто дешевка. Ain't nobody coming, I've been gunning from 100 yards, trying to hit my mark, missing every time, this would be the start of the picture perfect, watch you wish you working with no hands, I got plans, stack 100 bands, people in the stands, and they fans, singing every song, and they copping merch, this'll work, I emerge while you falling off from perk, while you leaning, I'm even scheming to heat up like steaming demons, I left for 6 years, they fiending, I came back to make a scene and get rich, all the benefits, all the businesses, smoking mirrors to make it clearer, I'm all up in your shit, I'm like the clown from Inca Town. Here, everybody flows, I've been bagging the baddest and everybody knows, body blows to bring the head down, I'm ahead now, second bread and cut the overhead, I'm more prepared now, feel like Freddy to your favorite rapper, yeah they scared now, kill them all inside my dreams except they really dead now, head down. Yeah that was cool and all, I need you to go harder than that, come on. Ain't nobody coming to find me, there ain't no contract to sign me, I put that boot behind me and wrote this song to remind me, it's only us. Phony plus, so we only trust. If you down in the trenches with us, probably coming up. This is crime mode, preteen hard, chafing in your jeans, playing just a tip until you slip. Now we on the scene, call the game, say my name like Candy Man in the mirror. I pop up with a hook, you get gutted, you got a fears. But focus now is the clearest, this is now is the nearest that it's ever been. It's music medicine and I'm a healer. Actually, I'm a dealer, you can get a QP, yo QT. In my DM, trying to get some QT. I'm Bruce Lee, move like water, out of your league, you know it. Cut from a different cloth, you can't stitch it or sew it, mother. See, the thing is, they wanna put you in a box. They wanna tell you who you can be. Друзья, естественно, машина показала себя на трассе весьма достойно. Единственный, конечно, нюанс – это старая резина, которая подходит сейчас лишь только для променадов по городу, поскольку каждый раз, когда я перебарщивал со скоростью, передняя ось так и норовила выехать прямо, а в каждом почти повороте машина хотела развернуться на 180 градусов. Но, несмотря на все эти недостатки резины, я понял, что машина заточена под спорт не только внешним видом, но и своими характеристиками. И мотор меня приятно порадовал и удивил. Don't ever let them underestimate you. Don't ever let them doubt you to the point that you start believing what they say. Don't ever tell yourself that it's actually only you, cause really, it's you and everybody else that ever believes in you at one time. And you gotta channel all of those people, all of those people into everything you do, so you can be the face of it, so they can be proud of what you're doing. Друзья, я надеюсь, вам понравился наш новый выпуск, ведь сегодня мы познакомили вас с очередным культовым американским автомобилем. Поэтому прямо сейчас возьмите и нажмите колокольчик, расскажите о нашем канале друзьям, напишите комментарий и обязательно не забудьте поставить лайк. И мы увидимся уже с вами очень скоро на нашем канале.